Немножко о истории создания этого парка, немножко о самой идеологии, как мне виделось, как мне казалось, чудилось, как мне приснилось или вообще что это такое. Когда меня спрашивают: Александр, Саша, как это у тебя все умещается в голове и каким образом ты это все, ну, придумывая, овеществляешь, применяешь на практике. Я отвечаю просто: по профессии агроном. По второму образованию защищал диссертацию в биологии следосохранения и следоулучшения. Поэтому для меня все вот эти ландшафты, горки, альпинарии, ракарии и эта красота, которая состоит из огромного количества растений, это естественный процесс овеществления моей и профессии, и моей мечты. Поэтому мы, когда говорим о том, что называется мечтой, так что такое мечта? Вот каждый ребенок мечтает: вырасту и что-то сделаю. Каждый ребенок, наверное, мечтает: вырасту и куплю себе, например, там много мороженого, пирожного, машину, дом. Ну, то, чего в детстве не хватает, и то, на что у родителей тоже, наверное, наверняка не всегда хватает денег. Ну, наша задача и состояла, лично моя задача и состояла, найти команду людей, их воодушевить на поступок, который связан с решением и их мечты, связанных с реализацией их на практике. То есть, по-нашему, по-простому говоря, реализовать их в жизни. Жизнь у нас бурная, жизнь у нас насыщенная, активная, на все не хватает денег и времени. Но я нашел и то, и другое. По сути, посвятил более 24 лет своей жизни тому, что назвал пространство детской мечты. Вот детки, посетители. Знаете, говорит, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Это герои татарской сказки «Шурале», кстати. Вот мы открывали это торжественно. Это часть этнического туризма. Здесь не только вот сказки, как мы говорим, русские, тут и сказки есть, и татарские, и вообще великого нашего могучего народа. Тут много всяких очень интересных, необычных совершенно уголков, где растения и вот эта вот мечта о красоте, о реализации такого, что ли, сказочного, фантастического мира сочетаются. Причем сочетаются очень гармонично, вписываясь в ландшафты данного нашего вот пространства, пространства детской мечты, пространство любви. Это второе название нашего, как нашей территории. Вот как раз здесь фонтан называется «Любовь не знает границ». Но здесь любовь двух детей. Она, эта любовь у нас, видите, под зонтиком. Сверху течет вода, защищая нашу матушку-землю от ненастья. А зонтик держит два чудных совершенно ребенка, мальчик и девочка. Вот здесь у нас вот Ноев ковчег. Здесь очень много смыслов. Это голова Святогора. Огромная. Это еще один рекорд наших территорий. Это голова Святогора. Огромное количество людей получает здесь самый главный заряд. Психоэмоциональный. Это то, что без чего наш организм не может жить и функционировать нормально. Это эндорфины. Гормоны счастья. Гормоны радости. Если их нет естественным путем, то человек их начинает искать в алкоголе, в наркотиках, в структурах власти. Он начинает безобразничать, он начинает искать выход этой самой скопившейся энергии нереализованного «я». И, конечно, находит в войнах, в революциях и во всех других шалостях, мягко говоря, которые позволены у нас на Земле, пока они существуют, эти все локальные конфликты, эти все-все-все истории, связанные с добычей власти, добычей каких-то, опять, ценностей, прежде всего, материальных. Я сам заправляю бензин, в машину вливаю бензин, я сам плачу налоги. Я сам знаю, что деньги – это очень важный инструмент, но всю свою вот эту вот, то, что говорил, более 20 лет жизни я посвящаю тому, что украсит землю и, самое главное, даст, мотивирует особенно молодой наш вот народец, который завтра заменит нас на созидающее, на творящее начало, чтобы в нем, в этом народце маленьком, была память предков. И вот здесь мы сейчас смотрим музей
русского быта. Бороны собраны, плуги собраны, телеги, сани. В общем, все то, что когда-то, еще недавно, еще в мою молодость, передвигалось по России. И вручную, я помню, еще дед мой все это пахал, вручную сеял и вручную собирал. История историей, а вот опять же смыслы вот этих всех, кстати, это клен очень красивый, называется фламинго, у нас великолепный ботанический сад на территории. И вот в истории этих смыслов, ради чего и зачем я вот это все делаю, зачем все это оберегаю, почему не продал, когда банк наехал, ведь была возможность, мне многие говорят, да ты же вот 5 лет, ты же мог уже куда-то свалить со своим опытом, со своими знаниями, связями. Сань, ну зачем ты здесь стоял, зачем ты тут вот упорствовал, но что-то не пошел на договор с банком? Я так отвечу, что шел всегда, искали мы выходы постоянно, мы писали огромное количество обращений в банк и даже одно время достигли этих договоренностей, но потом вероломно банк сам нарушил свои обязательства, взятые по сокращению долга, по списанию долга. Это долгая история, она вся отражена в материалах дела судебного. Можно зайти на сайт, всем интересантам узнать, как это все было грустно одновременно и смешно. И вот мы говорим, а зачем диссертация, мне многие спрашивают, а зачем ты вот пошел и защитил диссертацию на тему средосохранения и средоулучшения? Отвечаю очень просто, всегда и понятно. Очень важно говорить, если я уж говорю, то сознанием и сознанием глубоким, с пониманием того самого вопроса правильного формирования человека в человеке через смыслы. Ведь на тактильном уровне ребенок познает мир значительно быстрее. Он становится, ребенок, быстрее осознаннее. Он становится быстрее мотивированным на добро и творение. На творение, на созидание, на те самые вот мотивации, импульсы, которые живут в человеке от рождения. Это очень важно нам осознавать и понимать, что администратор, министр ада, ничего не производит. И на сегодня система образования и система вот этого, особенно сейчас нас чуть ли вот не пугают, значит, дистанционным образованием. Дистанционным. Это что получается, что ребенок абсолютно лишится общения, живого общения с людьми, со своими маленькими коллегами, где в каких-то соревновательных практиках, где-то толкая плечом друг друга, перегоняя друг друга, ребенок лишится активной социальной среды. Это уже не просто вот беда, я считаю, что это вообще конец света. Именно того света, который проливается из наших глаз, когда мы даем руку помощи, когда мы знаем, что такое взаимовыручка и взаимопомощь. Все эти моменты, аспекты, нюансы, детали, они описаны в моих книгах, в моих работах, которые более 20, и все они посвящены среде обитания человека. Одна из книг так и называется «Экология человека в современном мире». Причем она написана вкупе с великими, не побоюсь этого слова, известными, очень мощными учеными, один из которых уже ушел из нашей жизни, это Агаджанян Николай Александрович. Это медик, академик медицины, причем уникальной медицины, медицины предельных состояний человека, космической медицины. И другой академик, мой учитель, это Жученко Александр Александрович, который и ныне здравствует, помогает очень сильно. И, конечно, каждый день звонит и спрашивает, как дела. Другая книга, которая написана вместе с преподавателем кафедры инклюзивного образования Академии социального управления. Это там, где повышают квалификацию заведующих детских садов, ясель. Это очень народ интересный. Это те, кто формирует как раз будущее России.
это наши детки. Вот эти люди проходили здесь, не просто мы давали им консультации, они проходили практики. Огромное количество детей и огромное количество мастер-классов мы провели здесь, на территории, с этими людьми. Итогом работы нашей четырехлетней явилась книга с Татьяной Луз, кафедра инклюзивного образования. Это там, где детки немножко, которые их обидела природа. Это те аутисты, о которых так много сейчас говорят. Это дети, которые не социальные, они не могут вписаться в наш социум, потому что они сидят вот как раз и рождаются в этих городах, которые бездушны. Они смотрят как раз то, что вынуждены смотреть, потому что кругом эта масса бескультурья навалилась на наших деток из всех экранов, всех телефонов, айфонов. Все эти радиосигналы, они все не те, они бесчеловечны. Поэтому сигнал СОС мы даем и через нашу общую работу, которая так и называется книга «Ландшафтно-парковая педагогика. Воспитываем сказкой». Проект «Трогательная азбука» – это тоже моя работа, которая была сделана в 2016 году. «Трогательная азбука» – это то, что трогает ребенок, и когда он трогает колючее, шершавое, горячее, холодное, он очень быстро запоминает, у него очень четко складывается образ и смысл самого слова, что стоит за этим словом. Все взрослые прекрасно понимают, о чем я говорю. И вот проект «Трогательная азбука» – это проект трогательных парков. То есть то, что мы видим здесь, это вот моя рука, мы можем ко всему прикоснуться. Вот эта фактурная, например, мягкая веревочка, она в данном случае обозначает перо. Потому что это же вот курьи ножки, это же баба-йога, баба-яга. А вот здесь посмотрите, какая фактура, с любовью, вручную все сделано. Миллионы камней и ракушек были использованы на территории нашего парка, нашей территории. И вот то, с какой любовью мы это все выполняли, видно четко на, надеюсь, на ваших экранах. Все это абсолютно ручная работа. Все это сделано с тем чувством не просто долга и обязательных каких-то, значит, обязательств перед кем-то, перед начальником или там перед директором. Это сделано как вот, ну, как вот перед Творцом, перед самим им, который дал нам возможность творить здесь на земле. И созидая, самим позволить пригласить в игру деток наших. Это очень важно. Смотрите, какие лешие. Посмотрите, какие птицы, орлы из деревяшек. У нас на территории, я говорил, уже 6 музеев. Один из них – это музей пенька. Другой музей – это музей сказки. Третий музей – это музей «Колобок», арт-галерея «Колобок в квадрате», где арт-терапия представлена в полный рост. И музей счастливого детства, где мы делили огромное внимание тем артефактам советского времени, когда росли мы. Мы – это шестидесятники, пятидесятники, сороковники, даже 80-е годы. Люди помнят, как было здорово в нашей стране. И замечательно –